Максим Недосеков в числе номинантов на звание «Восходящая звезда года». Всего на этот титул претендуют 10 спортсменов. Голосование уже стартовало в официальных аккаунтах Европейской легкоатлетической ассоциации в социальных сетях Facebook, Twitter и Instagram. Отдать свой голос за белорусского прыгуна в высоту можно до 2 часов дня 18 октября. Напомним, Максим Недосеков в этом году взял высоту 2 метра 35 сантиметров. Это личный рекорд спортсмена.